Привет, ребята! Я тут задался вопросом, что считать настоящим трактором, а что игрушечным. Вот, чем вам не настоящий трактор? Все как у настоящего. А этот, этого мы хорошо знаем. А вот этот, настоящая игрушка. Может быть, с помощью какой-нибудь детали поймем, настоящий или игрушечный? Но это ведь тоже игрушечный. Руль. А вот этот настоящий. Хоть и сломанный, похоже. О! Значит, главное то, чем будем мы его чинить. Тут и поймем, игрушечный или настоящий. Так, где-то у меня тут были инструменты. Ой, это что, игрушечные или настоящие? В какой-то степени игрушечные, а в какой-то настоящие. Например, их можно по-настоящему съесть. А, шоколадные. А это... Ой, не съешь. Игрушечные. Для еды настоящие, а для работы попробуем. Ой, ай, не подходит. Для работы нужно что-то посерьезнее. О, или о. Так, нет, это ведь тоже не настоящие игрушечные, а вот это то, что нужно. Поэтому давайте посмотрим на этот руль. Ну, он ведь точно как настоящий. Поэтому давайте будем считать, что вот этот трактор совершенно настоящий, просто уменьшенная копия, модель, так скажем. И уж если его сравнивать с вот этой вот точной игрушкой, то я думаю, что мы точно поймем, что это реальный прототип. Кстати, это каталка с палкой. Не просто игрушка, а игрушка для самых маленьких. Ну интересно, давайте откроем и посмотрим, как же она работает. Открываем коробочку. Как кусачками. Оп! Ха-ха! А теперь давайте посмотрим на отличие настоящего трактора от игрушечного. У игрушечного, конечно же, ну, во-первых, есть веревочка, за которой его можно тянуть. А во-вторых, сам он не едет. Зато он умеет петь. Поехали! Его можно как тянуть за собой, так и толкать вперед. Тут даже есть специальная палочка. Кстати, она тоже прикреплена к картонке чем-то таким, типа резинки или пластмасски. Интересно, возьмут ли нашу резинку эти игрушечные пассатижи? Попробуем. О, вот видите, все получилось. Значит, все познается в сравнении. Так, а вот и палочка. Вставляем, и она очень напоминает палочку от зонтика или палочку для ходьбы. Ну, в данном случае это палочка для того, чтобы возить наш трактор по дорожке. Вот так вперед включаем и едем. Так, поехали! Задний ход и вперед! Кстати, а если представить, что этот большой трактор, настоящий, везет игрушечный, то можно подумать, что он везет сломанный трактор. Кстати, настоящие сломанные трактора, тоже ведь везут на буксире. Да, давайте попробуем. Главное, чтобы было за что зацепиться сломанному трактору. И главное, чтобы был тот трактор сильный, который сможет довести до ближайшей ремонтной мастерской. Ой, ребята, смотрите, сломанный настоящий трактор везет игрушечный, хороший и здоровый. Поехали! Да, и теперь уже становится непонятно, кто из них настоящий, а кто игрушечный. Вот такое интересное сравнение получилось, ребята. Это он говорит пока. Пока, ребята, еще увидимся.